Здравствуйте, друзья. Я снимаю работы, которые проводятся у нас тут на бэк-ярде. Не уверен, закончат ли они сегодня, хотя говорили, что вот им нужен один день всего. Но тут вот ребята работают, я туда подойду ближе, еще покажу. А поскольку я стою в этом углу, тут видите, кустики, вот они. Поскольку я стою в этом углу, то я вам сейчас покажу вот этот вот растений. Почему я сказал в мужском роде? Это жасмин. Вот этот вот жасмин в катке. Он вот тут будет стоять перед вентилятором нашим. И так его как бы огораживать от всего остального. Вот этот шест вот этот стоит. Вот вокруг него все это произойдет. Он, жасмин, он разрастется. Так вот. Будет хорошо стоять. Тут вот видите, как они из горшочков вынимают, вот так сажают. Вот это растение с цветочками, у нас их очень много. Это розмарин, знакомый вам всем. Вот еще кустик розмарина в самом уголочке тут. И вот вы видите вот это хозяйство на белых трубах, черные такие, даже не знаю, как назвать по-научному. В общем, вот тут расходится водичка по всем этим дрипперам и разным зонам нашего бэк-ярда. Вот тут все это происходит. Вот, вы видите, идет шланг, а к нему уже вот эти дрипперы. Вот так они. Так выглядывают. Да. Так. Вот он наш лимончик. Посмотрите на него. Тут на нем 5 лимонов. И там еще цветов много. Да, посмотрим, что дальше будет. Мы вообще все лимоны, которые сажаем, у нас есть любимый сорт. Называется Meyers. И вот эти Meyers, они очень вкусные такие. Ну, я не скажу, что сладкие, как там апельсин, но сладковатые, очень-очень вкусные. А это вот будут маленькие, видите, маленькие, ну, горшочки, что ли, как правильно назвать. Вот, они будут тут по всему участку, их рассадят, и они будут расползаться во все стороны. Вот такое растение, видите, Света их долго собирала, выбирала по разным местам. У нее тут много фотографий. Она так вот с ребятами садилась, объясняла, выбирала они, что смогли, нашли. Не все удалось найти из того, что мы хотели. Вот, но в основном нашли. Так, вот тут, видите, даже подтекает немножко. Вот она. Этот момент у нее такой для подтекания. А вот здесь тоже кустик, видите, как она? И там для кустика подтекает на землю. Я так понимаю, что они собирают это все и тут же там тестируют. Я не знаю. Установка связана с тем, чтобы подтекало. Вот тут труба уходит вниз, и туда стекает вода, чтобы с участка уйти. Так называемый бейсин, вот он в этом месте. Видите, как засажено хорошо. И вот эти рамы металлические на деревянной опоре. И тоже там уже растение стоит. Вот. Будет виться. Вот. И у нас их несколько. Вот смотрите. Вот этот орел. И там тоже подкапывает. Видите? Там кап-кап-кап. Вот он, вот он, вот он. Вот здесь будет разрастаться. К вопросу о заборе и его цвете. Так, вот эта елка. Что-то вот Светлане захотелось одну елку. Вот посадили одну елку. Вот тут торчит. Видите, провода торчат. Это для того, чтобы беседочку, в которой я сейчас стою, потом подвести. Электричество. Да. Я все время, когда съемку веду, борюсь
с сочетанием света и, ну, в смысле, солнышка и тени. Потому что так естественным образом получается, что и то, и другое присутствует на нашей съемке. Да. Березка. Да. Вот видите, как они такой. Да, это все розмарин. Вот. А вот такой там камень, и вокруг него зеленюшки. Такой пустынный, такой полупустынный стиль. Вот. Так, так все это устроено. Тут, видите, вдоль стеночки тоже кустики растут. И так, небольшая веранда у нас, видите, вот. Такая небольшая веранда. И тут тоже вот кустики растут. Все будет очень симпатично. Вот так все и. Так все и бывает. Вот. На самом деле, некоторая завершенность появляется. Это очень приятно видеть. Все, друзья. Уходим. Уходим заниматься другими делами.